Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации для достижения целей и исполнения ваших желаний. Помните, на канале инструменты, которые могут вам помочь, но за вас никто ничего не сделает. Все в ваших руках. И осознав это, вы сможете взять под контроль свою жизнь. Сегодня мы посмотрим, что вы это ждете, и оно произойдет. Сосредоточьтесь на том, чего вы ждете, на себе. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну что, давайте же мы посмотрим, чего вы ждете, и это произойдет. Ну, вы ждете конца, завершения каких-то проектов, в которых вы боретесь. Вы ждете завершения борьбы, это я первое, что я вижу. Может быть, на сегодняшний день то, к чему вы стремитесь, это не обязательно что-то глобальное. Это может быть даже что-то повседневное. У каждого из вас это может быть что-то свое. И сегодня вы боретесь. Вы боретесь с тем, что происходит. И вы сами знаете, что борьбой вы ничего не можете достигнуть. Так вот, по этой карте я могу сказать, чем больше будете бороться, тем больше борьбы будет происходить. Поменяйте свой взгляд на решение того, что вас волнует. Ведь каждый из вас же, скорее всего, подумал о чем-то, подумал о какой-то ситуации, о каком-то желании, о какой-то цели. И, по крайней мере, на сегодняшний день и в ближайшее время будет борьба. Избавиться от нее можете только вы сами. Давайте же мы еще посмотрим, что нам посоветуют карты. И опять же, 100% все изменится, когда вы поймете, что все в ваших руках. И так как мы говорим, что вы ждете и 100% будет, тут мы уже переходим именно к тому, что будет. Тут мне выдало ваше сегодняшнее состояние карты. Карты рассказывают, как они хотят. Они выдают то, что важно знать, менять, если надо, сделать на сегодняшний день. И на сегодняшний день надо прекратить борьбу, борьбу с самим собой, борьбу с ветряными мельницами, борьбу с жизнью, борьбу за выживание и понять, что в ваших силах сделать все. И те ситуации, в которых вы боретесь сегодня, они могут измениться, и то, что вы действительно хотите, то, что вы действительно ждете, в ваших руках получить, и вы действительно это получите. Советы я уже дала. И могу сказать, что фортуна на вашей стороне. Я дала вам совет, и вот все, что вы сейчас подумали, и я надеюсь, что подумали вы о чем-то позитивном, потому что карты, они не различают, сделали ли вы посыл позитивный или негативный. И по этой карте, по итоговой карте, которую я вижу, все, о чем вы сейчас подумали и решили для себя, что вы этого действительно хотите и готовы к этому двигаться без борьбы, произойдет. И произойдет оно в ближайшие полгода. Полгода, 7 месяцев,
то, о чем вы сейчас в начале видео подумали и решили для себя, что это действительно ваша цель и вы этого хотите, оно и произойдет. Но опять же, да, вы можете облегчить себе путь к достижению, только убрав борьбу. Подумайте об этом.